Замечательный концерт классической музыки состоялся сегодня, 2 октября 2022 года в Брисбене в концертном зале QPEC. Концерт дали солисты Южного Креста «Белые ночи». Прозвучали произведения русских композиторов Чайковского, Стравинского, Шостаковича, Дягилева и других композиторов. Зрители своими аплодисментами долго не отпускали музыкантов со сцены, чем выразили свою любовь и признательность не только к музыкантам, но и к русской музыке. В концерте принял участие пианист Константин Шамрай, родившийся в России в городе Новосибирске, проживающий ныне в Австралии. После концерта музыканты охотно общались со зрителями, фотографировались, давали автографы. Константин Шамрай, который родом из Новосибирска, и он чудесно, просто потрясающе музицировал. Вообще все музыканты, конечно, очень замечательно. Я была в восторге от того, что я буквально, наверное, через каждые 3 минуты слышала имена наших русских композиторов. И это очень радует, что в Австралии так принимается и так высоко ценится все-таки наше искусство, наша музыка. И хотелось бы, чтобы мы были совершенно не только в музыке, в искусстве, в живописи, но еще и в общении, и вообще, чтобы было все хорошо. И, как всегда, чтобы был прекрасен наш мир, и чтобы был мир во всем мире. Спасибо всем, кто сегодня был. У нас сегодня было здесь 12 человек, но есть люди, которые уже у нас ушли. Но, тем не менее, я очень рада, что всем это понравилось. Как вам концерт, Александра? Людочка, чудесно, чудесно. Вся русская музыка, вся наша, так и хотелось пуститься в пляс. Спасибо большое. В восторге, вообще здорово, здорово. Все солисты, прям все вообще обалденные артисты. Все солисты обалденные артисты. Меня зовут Елена Герман, или на Фейсбуке Елена Тиль. И я хочу сказать, что, конечно, замечательный концерт. Нам страшно повезло, что мы попали, послушали эту замечательную музыку. Я очень люблю Стравинского, Чайковского. И еще раз убедилась в том, что как хорошо, что в Австралии, в Брисбене, вот такие вот случаются концерты с замечательными русскими музыкантами. Я думаю, что это то, что Россия должна нести. Спасибо, спасибо. Сейчас завершился у нас концерт. Пожалуйста, ваши впечатления. Представьтесь и ваши впечатления. I really liked the concert because it looked like the people were enjoying it and it sounded really beautiful, all of them played together. But my favorite piece out of all of them was the traditional one. Да. Здравствуйте, меня зовут Алена. Мне очень понравился концерт. Спасибо Людмиле, что вы нас пригласили, всех собрали. Константин очень хороший. Константин Шамрай, замечательный пианист. Так хорошо сыграл. И было очень интересно, когда виола, тот, который играет на виоле, у него порвалась одна струна, но он продолжал играть. И
такое ощущение, что ничего не произошло. Хотя ему пришлось транспозицию делать на одну струну или импровизировать. Все очень хорошие музыканты. Марии, думаю, понравилась больше всего флейтист, потому что она сама на флейте играет. И мне понравилось скрипачи тоже. Я вот закрыла глаза на мгновение, и я услышала хоровой голос. И я как скрипачка оценила их технику и их экспертизу. Замечательные музыканты. International standard. Да, вот скоро они сейчас выйдут, и мы будем с ним тоже разговаривать. Спасибо. Спасибо большое. Wesley, how is the concert? Are you happy? The musicians were fantastic. And the music was just, it was beautiful. Absolutely beautiful. I loved it. Okay. Thank you so much. What is Nadia? You can speak Russian for Russian for BFM. Ну, концерт, конечно, замечательный. Мне очень понравился сам концерт-холл и музыканты. Конечно, Шостакович, эта часть, великолепная техника, как играл пианист, как играли музыканты. Концерт подобран, состав был очень хорошо, мне очень понравился. Спасибо. Людмила, как вам понравился концерт сегодня? Концерт? Я не могу. Концерт неплохой. Музыка. Так как это концерт называется «Белые ночи», то было отражено санкт-петербургских композиторов их «Видение белых ночей» в Санкт-Петербурге. Так мое было, такое было мое понимание. И мне было очень приятно слышать этот концерт, слышать музыку в исполнении не только русского пианиста Константина, но и австралийских музыкантов. У них была своеобразная игра, своеобразная аранжировка, но очень приятно. Спасибо большое. София, а как вообще понравился концерт? Да, мне очень понравился. Я думаю, концерт закончился на высоте, и мне очень понравилось разнообразие. И были спокойные песни, и такие энергетические, и мне было очень горячо, все было хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Так, Надя, как концерт? Удовольствие, мне очень понравился Константин Шамрай, как он играет, великолепная техника, музыка потрясающая, Шостакович, Чайковский, ну это просто без комментариев, отлично, просто замечательно, мне очень понравилось. Спасибо. Thank you.
что мир во всем мире. Спасибо всем, кто сегодня был. У нас сегодня было здесь 12 человек. 12 человек, но есть люди, которые уже у нас ушли. Но тем не менее, я очень рада, что с ними там.